То, что театр Ланхо выдвинет на соискание театральной премии «Золотая маска» – это огромный успех не только для театра Ланхо, но и для всей культуры и искусства нашей республики. Успех двойной, потому что и успех, и ответственность, и требует огромной самоотдачи, востребованность театра Ланхо в мировом масштабе, в театральном искусстве, в российском масштабе. Показывает вот выдвижение на «Золотую маску». Вы знаете, что «Золотая маска» является театральным «Оскаром». Я хотела, чтобы зрители узнали вот этих молодых, таких красивых, работящих молодых актеров. Для них вот я поставила этот спектакль у Даганки. И как раз вот мы номинированы. Мы были в Казани там. Первый раз, как говорится, в России сыграли. Для нас ответственно было, но как-то мы все-таки уверены были, что они поймут. Мы не думали, что они нас будут номинировать, потому что в Казани, оказывается, были люди жюри, которые в этом году будут. И вот актеры молодые, очень-очень счастливы, надо сказать, что они будут играть в Москве. Я очень рада, и это моя первая большая роль. В дальнейшем еще будет, наверное. Я удивлена и очень, и не знаю, как будет, так будет.